Всем привет, дамы и господа! С вами снова Александр, и сегодня я вам расскажу о новиночке 2020 года. Это колясочка, которая была очень популярной, по крайней мере, в сети магазинов. Первая коляска, это точно могу сказать. Коляска от компании Cybex Easy S Plus 2. Называется это коляска, которая умудрилась себе как-то в себя вобрать такие характеристики, как очень высокая проходимость. Я не говорю, это как внедорожник. Нет. Высокая проходимость, плавность хода, вместительность, функционал, качество. И при этом, при всем, она умудрилась остаться легкой. Она весит 7,7 килограмм и ребенка выдерживает 22 килограмма. Поэтому вот такие вот характеристики, они немножко, знаете, удивляют вот в такого рода колясочке, которая изначально для путешествий вообще создана. Вот. Поэтому она интересная. Сегодня мы с вами ее изучим, посмотрим, что в ней интересного сделали. Видите, появился бампер, раньше его не было. Материалы. Ну, тут, в общем, есть изменения интересные, и каждое изменение пошло на пользу. Это вот 100%. Так, давайте начнем ее изучать сверху вниз. И чего здесь не достает? Вот один, на мой взгляд, есть минус. Это нет регулировки высоты ручки никаким образом. Мой рост 186, поэтому смотрите приблизительно, как будет вам проецировать на свой рост. Но высота этой ручки, просто уже много людей смотрело, мы так смотрим, как людям разного роста это коляски. Большинству эта высота ручки подходит. Точные характеристики, высоту ее от пола, вот это вот все по ссылке на First Buggy магазин пройдите внизу в этом видео описании, есть ссылочка на этот магазин, и в характеристиках все это написано. Если не лень, пройдите, посмотрите. В общем, ручка такая, она не в эко-коже, это вот губочка, как часто это бывает на колясочках. Вот, хват достаточно приятный, ручка толстая, и держать за нее достаточно комфортно и удобно. Так, что касается материалов. Материалы, как такая, знаете, плотная, качественная джинса. Она тактильно приятная, она плотная, непродуваемая, она износостойкая. Поэтому этот материал я считаю самым удачным для колясочек вообще в принципе. Козырек. Козырек здесь большой. Единственное, вот знаете, мне нравится то, что он такой достаточно звонкий и его слышно. Ну, на улице по большому счету и так будет шумно, это ничего страшного, но все же вот такой вот нюанс хочу заметить, чтобы вы об этом знали. Так, задняя часть здесь закрыта, но есть кнопочки. Можно это все отстегнуть и открыть, если это нужно ну, в летнее время года где-то в отпуске. Если будут выпускать и полетите, то можно, соответственно, открыть, все это проветрить. Зимой же это все закрыто, не продувает, все отлично. Классно сделали регулировку наклона. Ее поменяли, доработали. Просто тянем вот так за ремешок, она поднялась. Рычажок нажимаем, она опустилась. И жалоба о том, что ой, ремешки это неудобно, здесь не работает. Я не считаю проблемой вот так вот взять и потянуть за веревочку. И вот проблемой вот так вот опустить. Ну, в общем, здесь эту систему сделали практически идеальной. Кстати, давайте я опущу, посмотрим с вами на горизонтальное положение. Здесь прекрасно можно спать, практически ровная поверхность. И когда ребенок захочет отдохнуть, проблем это не вызовет никаких. Наклон просто великолепный. Так, что касается безопасности. Здесь у нас пятиточные ремни. Накладки мягкие на паховой и на плечевой зоне. Бампер. Бампер у нас откидывается как калиточка. Очень удобно. Подножечка, кстати, у нас тоже доработана, стала более правильной. Ступенька, просто ножки, чтобы когда ребенок подрос ставить, ступенечка тоже есть. И посмотрите, насколько высокая спинка. Здесь рослому ребенку можно прекрасно разместиться вообще без проблем. Она высокая, широкая, сиденье длинное. В общем, с пространством, учитывая, что она такая небольшая, здесь все очень хорошо. Здесь места не меньше, чем в больших книжечках прогулках. Вот это вот 100%. Поэтому я говорю, она какая-то уникальная получилась коляска.
Так, а давайте с вами посмотрим на шасси. Это ее, знаете, большой такой жирный плюс, потому что легкий спинная резина колеса, амортизация есть на всех колесах полностью, и сзади, и спереди. Колеса, естественно, передние блокируются, чтобы можно было их зафиксировать ровно. Багажник с абсолютно нормальным, удобным доступом со всех сторон. Тормоз, который я люблю, мы нажимаем сверху, стопорим и также сверху распускаем. Поэтому обувь попачкать, портить вы не будете. Так, в общем, шасси мне придраться не получается. И сборка отличная, не люфтит, не скрипит, не стучит. В общем, не знаю, все четко сделали. Так, давайте посмотрим ее, как она у нас складывается. Самое важное, что она складывается вместе с бампером. Его не нужно отдельно снимать. В общем, вот такая вот конструкция получилась, компактненькая. И вручную кладь коляска не пройдет, это стопроцентно. Но во всем остальном отлично для путешествий подходит. Все открываем, ставим. Все, до щелчка. Все движения нужно делать до щелчка. Соответственно, как по мне, все эти улучшения пошли на пользу этой модельки. Прошлой модельке версии этой коляски были вопросы отсутствия бампера, подножечка, спинка регулируется не так удобно. Здесь услышали, все сделали прям идеально. Я считаю, это сейчас колясочка одна из лучших в пределах, ну, на текущий момент около 30 тысяч рублей, грубо говоря. Но ссылка в описании, там будет актуальная цена на тот момент, когда вы будете смотреть. Цены меняются, сами понимаете. Но вот в этом бюджете универсальную и легенькую сейчас одна из лучших, как по мне, это вот эта моделька сейчас. Не перехваливая ничего, просто вот как я вижу, то и говорю. Мне кажется, это так. А выбор, естественно, как всегда, за вами. Я думаю, вы его правильно и сделаете. Можете приехать в магазин First Buggy, много магазинов по России. Приехать, убедиться в моих словах, посмотреть, пощупать, ребеночка посадить, покатать, посмотреть в зеркало, как вы смотритесь с этой коляской. В общем, все в ваших руках. Так что мы ждем вас в сети магазинов «Первая коляска». А я хочу в заключение вам пожелать хорошего, грамотного выбора этих колясочек для ваших детей. Всего доброго вам, до свидания.